Вот мы пришли в парк юрского периода в Эйлате. Они издают звуки. Динозаврики разные. Здесь большой. У него есть яйца. Ну, в смысле, с птенцами. Можно в это за яйцо даже залезть. Есть еще такие динозаврики. Можно купить конфет. Это такие качели, на них можно покататься. Они по рельсам едут. Вот это для меня как раз, да. Тут мне точно страшно не будет. Осторожно, динозавр может задеть хвостом. Бар «Три обезьяны». Ой, какая аллея тут, глянь. Подействовал. А вот это мостик, куда он? Ну вот сюда. А как это, в Иорданию не пройти, не точно? Ты знаешь, там не пускают. А где граница? Может, все-таки пустят, если попроситься? Просто меня чуть-чуть смущают огни Иордании. Ностальгия. Тебе туда хочется. Ностальгия. У меня очень сильная ностальгия. А вы, Светка, ведь, кажется, недавно были, да? Так вот я же тебе о чем и говорю. Лет. Пытаюсь тебя убедить это в том, ужасно. Что нам надо в Иорданию. 6 лет прошло. Вот мы дошли до конца променада. И здесь люди приезжают, кемпинги ставят, палатки. И на машинках. Что у нас здесь написано? Парк здоровья Эйлата.
Пахнет мясом жареным. Полная луна. Тошнота прошла. А, сюда, на эту сторону видно Элат. Отели, променад. Взлетает самолет. Фитнес-центр на открытом воздухе Элата. Можно потренироваться. Это для тех, кто много пирожных сегодня съел. Здесь танцплощадка, и здесь кот пришел на танцы, но танцы сегодня отменили. Да? Танцы сегодня отменили, а ты пришел? Ты пришел, а танцев не будет? Где твои дружбаны, а, котейка? Пришел на диско, а танцев нету. Ни концерта, ни танцев. Пойдем посмотрим, что здесь. А здесь и правда происходят концерты. Коты пришли на концерт, а концерта нету. Амфитеатр, где, я думаю, летними вечерами что-то происходит. Не зря же здесь сцена и места. Огни Элата. Очень много бродячих котов в Израиле. Прогулочной косе народу немного. На той стороне, с одной стороны Израиль, Элат, а на другой стороне Акаба, Иордания. Вот когда мы были в Акабе, мы видели огни Элата, а сейчас мы в Элате, мы видим огни Акабы и ностальгируем по Иордании, по Акабе. Интересно, горы, да, вот в лунном свете. Да, в лунном свете видны горы. Да, вот когда мы жили в отеле в Акабе, горы были очень рядом над нашим отелем. Мы их видели, когда сидели на крыше. Это было, Ирка, сколько лет назад? Больше, чем 6 лет назад. Больше 6 лет назад. Ноябрь 2009. Ноябрь 2009 мы были в Акабе. А сейчас апрель 2016 и мы в Элате. Очень шумные молодые израильтяне. Без бензина. Да. Вот мы сейчас идем с Ирой, вспоминаем. Мы когда были в Иордании, мы арендовали машину. Очень дешево, в принципе, нам ее сдали. И мы выдвинулись. Мы с Акабы выдвинулись в Амман, по-моему, да? Или на Мертвое море, не помню, как-то мы выехали. И мы не проверили, сколько бензина в машине. Бензина оказалось не так много. И случилось следующее. Сначала настигла нас песчаная буря. Это было что-то страшное. А потом посреди пустыни мы остались просто без бензина. Когда мы приехали на автозаправке не оказалось заправщика. И мы просто не знали, что нам делать. А потом подъехал какой-то грузовик, и водитель этой фуры разбудил заправщика, и нам продали немножко бензина. Ну, не немножко, а бак бензина. И мы были очень рады. И я вот сейчас вспоминаю по ценам, я не помню, как это все стоило, но сравнительно это стоило так, что вода, питьевая вода была намного дороже бензина. Где-то раза в два, да? Ну, вот да. Ты не помнишь, что где-то вот такие вот были цены? Честно говоря, вообще не помню. Бензин был намного дешевле, чем питьевая вода. И вот там вот огни вдалеке. Том, что потом, самое интересное, что заправки просто вообще потом весь путь не было, 300 километров.
Да, потом где-то километров 300 у нас не было заправок. Это очень хорошо, что мы так как-то увидели, что сверкает лампочка, мигает лампочка, и нам нужен бензин. И нас это спасло. Потому что что мы там делали бы, я не знаю, в пустыне. Вот так вот мы выехали. Еще раз, это Эйлат, огни Израиля. И вот где-то там, не где-то там, а вот там вот где горы, это Иордания, Акаба. А вот туда дальше уже идет Саудовская Аравия. Вот где-то там, это Саудовская Аравия. Мы туда тоже случайно чуть не уехали. Повернули не там. Немножко тупые, не знаем, как ориентироваться по карте. И приехали просто к граничному переходу между Иорданией и Саудовской Аравией. Чем очень сильно удивили пограничников. Не нас, а мы их. Мы искали Амман, а попали в Саудовскую Аравию. Ну, мы не попали, нас туда никто не пустил. Мы как бы и не рвались. Здесь рыбаки рыбачат. Все говорят по-русски. Здесь можно залезть по камням, что я, конечно же, и сделаю. И вот там вот это палаточный лагерь, так сказать. Кемпинговый лагерь. Так что, кто приедет сюда и не хочет платить за отель, можно взять с собой палатку. И поставить палатку, разбить палатку здесь. Очень бы я хотела еще раз ездить в Иорданию. Иордания прекрасна, мне очень понравилось. Мы сейчас хотим пойти в бар «Три обезьяны» и там послушать живую музыку. Вот такой открывается вид. Это все Эйлат, Израиль. Вот там вот Луна-парк или парк развлечений. И вот такие вот огромные отели. Я думаю, это пятизвездочники. Пятизвездочники заканчиваются и начинается кемпинговая эрия.